сумасшедшее! Как же оно мчится? Хотя говорят ученые, что это мы мчимся, а время вечно. И какой-то закольцованный круг. Вот если вам сказать, что такое успех в 5 лет? Успех в 5 лет – проснуться сухим в постели. Успех в 17 лет – суметь провести ночь с женщиной. Успех в 25 лет – найти хорошую жену. Успех в 45 лет – карьера, работа. Успех в 55 лет – найти хорошую жену. Успех в 65 лет – суметь провести ночь с женщиной. Успех в 85 лет – проснуться сухим в постели. Я ужасно не люблю, когда про возраст. Я не люблю. Хотя у мужчин, как это говорят, жизнь удалась, если коньяк, который вы пьете, старше женщины, с которой вы спите. Вот мне не нравится про возраст говорить. И я считаю, дорогие женщины, что возраст – это то, что мы сами себе назначим. Вообще для меня у женщины возраст проходит, ну, молодость проходит тогда, как я говорю, что когда косметичка постепенно становится аптечкой. Боже мой, время, жизнь. Знаете, моя тетя Соня, этот персонаж, который я играю уже столько лет, 25 лет, она рассказывала недавно, я, говорит, сижу на скамеечке в парке, и сидит рядом мужчина, читает книжку. Мне же хочется поговорить. Я говорю, простите, что вы читаете? Он говорит, историю. Историю, так историю пускай читает историю. Я тихонечко смотрю, на обложке написано «секс». Я говорю, что же вы говорите, что вы читаете историю, там написано «секс». Так он говорит, для меня это уже история. Очень непросто выступать в компании, где каждый на вес золота, где каждый потрясающий. Знаете, я впервые вышла на сцену с новым монологом, который хочу вам сейчас показать. Вот впервые. Ну, смотри. Вот смотри. Когда не войдешь в комнату, смотри. Кот на диване и муж на диване. Гена, от тебя шерсти на подушке больше, чем от кота. Посмотри, у кота из шерсти под шерсток, а ты стремительно лысеешь. Хотя едите вы одно и то же. Ген, что? Что? Ребенок на полу. Гена, ребенок на полу. Что это такое? У тебя окно открыто, у него спинка голая. Что это такое? Ну и что? Что ему 30 лет? Он что, для меня перестал быть ребенком? Масечка, ты еще скажи, что я должна его перестать купать в ванне. Что, ты хочешь новую игрушку в ванне? Какую ты игрушку хочешь? Какую? Ты слышал, что сказал ребенок? Он хочет резиновую тетю. Боже мой, все, все, замолчали, все. Я вас собрала по очень важному делу. Мы будем искать Сереженьке невесту. Да, Сереженька, да, мой дорогой. Мы ищем, послушайте, решение будет общее, но приму его я. Я тебе так, посмотри, я тебе хочу объяснить. Посмотри, как только мама найдет тебе девочку хорошую, я тут же куплю тебе 3-спальную кровать. Да, 3-спальную. А ты что думаешь, мама оставит его наедине с какой-то чужой теткой? Не кричи на меня. Не кричи. Хорошо, оставлю. Оставлю, ради бога. Что мне трудно повернуться к стенке. Боже мой, я просто, я не знаю. Ну, я просила тебя подготовиться. Я просила, Гена. Кого? Кого ты сказал? Светочку? Боже мой, это же длинная жердь! Она такая высокая, худючая, что когда она в зоопарке кормит жирафов, жирафы не могут до нее дотянуться. А потом, чем она будет кормить наших детей? Каким молоком? Там молока не хватит даже смазать губы таракану. Что? Ну что? Говори еще кого-нибудь. Называй. Кого? Жанночку.
Ой, я сейчас с ума сойду. Эту Жанночку? Она ж... А что, она толстенькая? Это конь Ильи Муромца толстенький. Жанночка пошла дальше. Ее папа считает, что у нее идеальная фигура. Ее папа математик. У нее идеальная фигура – это шар. Эта Жанночка худела, 2 месяца она худела. 2 месяца она ходила в спортивный зал. И за 2 месяца, знаете, сколько она потеряла? $6000. Я устала с вами, все. Все, я хочу отдохнуть. У мамы больше нет сил. Боже мой, мама тебе жизнь отдает. Мама тебе себя отдает. А ты не помнишь, когда мама тебя поступила в институт? И когда твои эти пошлые эти сокурсники приезжали в институт на всякие Бугатти, Мазерати? Мама единственного тебя привезла в институт на саночках. У всех глаза были как тарелки. От зависти... Потому что это было летом. Все. Просто. Где тут лимон? Соль. Пойду к соседке пить текилу. Борщи котлеты на плите. Барсик знает, он вам все покажет. Все. Ждите моего приползновения.